Всем здорово, ребята. Ну что, у нас утренний обзорчик акций, как обычно. И я запишу потом видосик про достижения отдельный на серваках. Ну и там уже определим, что у нас по огнику, по 450. Утренний угадайки, скажем так, отдельный. Так, что у нас есть интересного? Новые пакеты. Event Coin. Лаваника карт, нифига себе. Посмотрим. А, это все равно за минималку, видите. Добавили, ну, все равно как вариант. Взял что-то другое, получил. Огника, пульсар, талант, тайтл, бак, 100. Выживание. Блин, нормальные скидки. Карточки 20, кулдрейк, честы, камикроки 15. Джаров Гемс 800. Это плюс 40, ребят. Это на лисичку 20. Суперснэк 3000. Инсвенер. Это за большой пак. Но так даже вот средний пак. Это половина большого пака. Довольно-таки неплохой. Вот первый, второй, третий. 10 коинов. Плеймбокс 800 кулаков. Огник, ну такое на английском их дофига. 200 пульсы, 100 титулов. Карточка на траты, кристаллы 40. Но заходите сюда. Сейчас где вот аккумуляция. Здесь еще дополнительно вы получаете плюс 15к. Итого получается плюс 55к, если сравнивать. Ну, плюсовать. И, честно говоря, здесь сегодня награда. Единственное, вот это докачать титул. Ну, хотя... Нет, в прошлый раз были получше. Но 100 сменок, это тоже очень круто. Также, помимо этого, есть у нас еще один пак. Вот такой вот. Здесь вы получаете еще 75к. Итого мы имеем... 75 плюс 45, 110, 120 тысяч, ребят. 120 тысяч самоцветов, если взять один большой пак бонусом. Ну, это реально круто. Так, а помимо этого есть эта бонусация. 95 на первую покупку. Ну, плюс, по сути, вы еще получаете 30к. Итого одним махом за один пакет. А, что там у нас? 75. Да, 75. Блядь, что-то я уже сбился с этих подсчетов утренних. Так, тут у нас 70. 15. Плюс там 75, это 100. Плюс 40. Правильно получается? Блядь, башка с утра просто... Это вам не кубики считать. Где там эта акция? Так, здесь 40 и 75, это 115. Сорок плюс 75, 115, плюс 15, 130, короче, 140к плюс дохрена самоцветов. Это просто одним паком можно забрать и не париться. Но реально это очень круто. Плюс еще вы получите паки, обычные самоцветы за покупку пака. Так, коллекционер, офигенный коллекционер. Посмотрите, панда. Панда просто. Заходите. Нанять за ЗПшки. И ролите. Если вам повезет здесь вытащить панду. Синенькую. Ну, шансы, конечно, не очень большие. Потому что это синий герой. Но 4 героя, 100 слизней вы получаете на халяву. Я считаю, это тоже очень круто.
То есть 4 героя вы можете. Кристалл Гусь. Вот, пожалуйста, панда 77. Заходите. Нормально так. Так, что у нас еще есть? Ну, здесь у нас ничего не поменяли на Дрейка. Нифига себе, будем сегодня Дрейка тащить, что ли? 200 тысяч самоцветов. Скины на Дрейка есть. Старенькие 100 печенье. 100 печенье, кол Дрейк. Карта. Ну, здесь такое себе. Ну, за ледяху тоже, за синего героя тоже плюхи. Реально тоже круто. Что у нас здесь? Вроде такие же самые плюхи. Здесь стойкость сегодня 9-ю продают. 9-е и 10-е уже пикнули. 10 мешков лаваники. Точнее, зефирики. 50 этих поменяли немножко рынок тоже. Накопление хорошо. А островок тот же. Тут без изменений. Так, что у нас еще интересного есть? Нету у нас здесь акции. Бонус. Есть акция с оленями. Я в нее играл, в прошлый раз показывал вам. Реально очень крутая акция. Очень офигенные плюхи здесь падают, но надо вовремя выйти. Так, New Year Pack. Google Point. Это я показывал. Баназа. Дальше все. Дальше пошли обычные. Смотрим, чекаем рынок. Бардик. Плюхи. Ну, остальное такое себе. Чего такого сверхъестественного. New Year Pack. Некрас облепили. Вчера была роза. На вот этот пак берете и получаете дохренище топовых плюх. Так, по идее, завтра же у нас должна быть атака фортов, если я не ошибаюсь. Так, супер снеки. Ну, 10-й психощит. Такое дальше себя. Поехали на другие серваки, посмотрим. Русский сервер. Да, неплохо, неплохо. Считайте бонусом столько самоцветов и плюх. Реально. Это круто, но с другой стороны, понимая, что это все обесценивается. Обесцениваются предметы, и игра идет, вы знаете, куда. Так, русский сервер. Временные акции, на базар, набор накопления. Сейчас посмотрим. 1+1 сегодня действует на русском. Разбей, большая выгода. Олени тоже есть. Возвращение домой. Настолка. Поехали, жмакнем на столочку. Неплохо. Камень судьбы 4. Очень нужная вещь на любом аккаунте, думаю. И есть сегодня Castle Clash 2019. Так, парящий остров. Разбиватель. Фонтан. Так, сарделька наша. Что здесь? Ну, лис, как видите, за 4 пака уже на этом сервере собирается намного дешевле. Мешки зефира. Куча плюх. Ну, я вам скажу так, если сравнивать вот этот вот донат, переводить на английский сервер, то, в принципе, тоже нормальные плюхи. Если сравнивать по количеству денег, то на русском тоже. Но это очень редко, что дают такие вот именно рынки более-менее адекватные и нормальные. Такс. Какие десятые? Вот десятые тоже эмблемы уже продают полным ходом. Набор одного самоцвета дали. Нифига себе. Нифига себе. На русском сервере нам дали 250 самов. О май гад. 250 самов, ребята. Так, накопление. Ну, такое. Ну, хотя, посмотрите, 100 лисички. Prime эмблемы. Ну, относительно тоже неплохо. По 60, но не сравнивается с английским сервером никак. Набор субботы. Тоже 1+1 действует на эти наборчики. Почему нет?
Смотрите, сколько эмблем девятых. А чё не десятых? О, набор субботы. Набор за один сам, ребята. Это на русском сервере просто мега вау. А, так, поехали чекнем Тайвань. Посмотрим, что на Тайване. Посмотрим АЭС еще. Ну, прям сегодня мега суббота, я вам скажу. На каждом серваке какие-то бонусы. Так, это что у нас за акция? Здесь по акциях вроде 2019 тоже открылась. Здесь ничего такого сверхъестественного нету. Ну, куча скинов продается. Огник. Наборы накопления, наборы снабжения, паки снабжения. 10к. Ну, тоже неплохо. Восьмые, правда, мелкие. Третьи, тут карты 4 штуки. Расходники. Плюс возможность собрать, ребят, зефира. Копите по 80к. Собираете. Этим однозначно сервак плюс. Набор за один самоцвет. Вот так вот. Добавили его и сюда. Так, поехали посмотрим на немочку. Что у нас на немке интересного есть сегодня? Ну, суббота довольно-таки неплохая, я вам скажу. Можно нормальные плюхи получить. Сейчас посмотрим, что у нас еще немка придумала. Пока мы спали. Бог грома. Ну, вот это бог грома, посмотрите. Вот. Вот это действительно крутой бог грома. Правда, отсюда убрали мешки розы. Поставили мешки этого. Но здесь есть печеньки халявные. Вот это однозначно плюс. Плюс здесь награды сундучка просто космические, как по мне. 500, 400, 500 камешки. Вот это реально круто. Так, ну понятно, здесь все донатные акции, ничего еще не поменялось. Но вот коллекционер на немке, ну вот мне он здесь не нравится. Не знаю почему, но он такой себе по сравнению с английским сервером, то что я вам показал, реально небо и земля. Поехали на AS сервер, еще чекнем с вами. Что у нас есть интересного? На АЭС сервачке. Так, бонусные предметы понятно. Сбежавшая линия понятно. Кастл Клэш понятно. Колесо Фортуны. Коллекционер героев. Вот это коллекционер героев, о котором я говорил, ребят. Если же на английском сервере вы получаете, ну, просто по сути, надо синего вытащить, то здесь просто инженера зеленого намного проще словить и получить топовые плюки. Магазин скидок здесь. Смотрите, снеки. 10 СУ. Неплохо так. Парящий остров. Забрали. Получить. Что это я вчера провтыкал? Войти в день. Так, вот посмотрите, какое накопление. Вот здесь мне накопление тоже нравится. Хорошее. Так, наборы, напоры, зефиры. Отлично. Ну, давайте попробуем сейчас за запашки словить. Блин, нифига себе, у меня места не хватает, прикидывайте. Настолько аккаунт бешеными темпами. Это все золото и мана, это IGG. Исполти на мне алталь. Так, что у нас тут? Сундуки защиты.
окон. Да, я не собрал с них. Так, окей, отлично. Поехали, попробуем. Нам надо... А вот инженер, смотрите, что мы так быстро его словили. Вот, пожалуйста, ребят, вуаля. Плюс 500 и 500. Вот, вот, вот где можно хорошо по скиллам прокачивать героя. Посмотрите на мои герои, я здесь не играю. Десятки. Просто на изи собираются герои. Вот это называется круто. Когда ты без доната можешь просто прокачать нормально героя и играть в свое удовольствие. Понятно, тут здесь нету очень много других топовых плюх, которые есть на других серваках. Но ты здесь можешь просто качать всех героев и не париться. То же самое питомцев, ты можешь их без проблем прокачивать. До этого мы дойдем здесь. Я их вообще, кстати, я о них забыл. Ну, посмотрите на вот это. Сколько у меня здесь прокачанных хороших героев. Видите, 10, 10. Ну, еще некоторых надо докачать. Ну, еще один такой заходик, и в принципе я буду гарнизон уже качать на максимал. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.